Я в музее черной магии и вижу на горизонте необнаруженные объекты. И иду их, собственно, обнаруживать. Так, так, так. Что же мы видим? Маяк. Сумасшедший дом. What? Is someone testing my faith? Что здесь? Бандиты? Дети Атома. Они гадостью пуляются этой радиацией. Радиацией пуляются. I need not be afraid. Adam protects. Adam drives away the faithless for us. А опять его сбил, я его не убил уже. Просто сбил вот это. Мои новые возможности. Ничего себе. Так, здесь поселение очередное. The bomb is us. The bomb is Adam. Ничего себе они тут устроили. Реборн какой-то. Ой, тут-то что-то. А, ну ладно. А, не, он упал, он здесь лежит. Все нормально. Так, что наверху? Что же? Чего я должен сделать? Релиз. А, уже открыл. Ютрин главный план. Так, 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 nuclear material. Трейдер. Что ж вы на трейдера напали? Некрасиво, некрасиво. Не нужно мне это. Так, спустимся вниз, посмотрим. Что там вот здесь красиво, кстати. Так, не вижу. Ну ладно, спущусь. С такого расстояния неудобно стрелять. Тем более сверху вниз. Ник, а ты что тут делаешь? Тебя даже Наташа не назовешь, ёлки-палки. Радовый. Так. Да, вот если бы я так не был прокачан, серьезно, это могло бы быть большим затруднением вообще с ними справиться. Потому что они плюются радиацией. Радиация-то она. Да что ж такое, еще пуляются. Где? Радиация-то она не лечится. Опять я сбил ее. Я не могу, но... Класс. Упс.
Ну что, я всех перебил, нет? Не слышу больше, не вижу. Нюка, гранейт. Ничего себе. Шарпшутер, гамма-ган. Ну-ка. Да, теперь это мое поселение, но ненадолго, потому что я не буду за ним ухаживать. Так, засейвимся здесь. Небольшое дельце сделали. И пройдемся еще чуть-чуть. Вон там еще виднеется поселение. Где, кстати, этот Валентайн-то? Я робот, железяка. Рука чешется. Так. Каким-то образом, что-то я вроде все время стреляю из этой пушки теперь, а патронов, по-моему, все больше и больше становится. Странно даже. Стоп, это же ничего не найдено, это же я тут был уже, это... Это где я свой первый кинжал нашел приличный? Да, что сюда пришел-то? Я перепутал все. Это место я уже находил, ну-ка. Да, мне надо сюда тогда. Вон там необнаруженный объект. Где этот Валентайн? Хотя там можно было бы, конечно, пострелять хорошо по людям. Там их много. Ну да ладно. Так, вот новый объект. Туда сейчас тоже так тихонечко. Тоже он совсем с этой рядом. Не туда я пошел. Оп, крошен. Да. Крейдер хаус. Ну-ка. Someone's coming. You can still run. Тоже дети атома. Черт, ничего не вижу. Ну что удивительно, даже радиация почему-то мне никакого особого вреда не приносит. Тоже сбил я его. Ну приятно просто. Видно прям действие, как физически, не просто вот они помирают, вот. Еще и валит их, то есть отталкивает. Кто? Куда? Где? Вот не видно же, он что, невидимый? Невидимый, что ли? Съел это, в этом сидит, как его. Ох, он в меня засадил сколько. Потому что это кто? Потому что это Причер. Вот кто. И как бы казалось, ну и что, да, у него такой же гамма-ган. We'll be taking that. Хм. А вот это, на это я ответа не знаю. Почему он с таким же точно оружием засадил у меня гораздо сильнее. I don't think we're alone. Yes, we're not alone. Да, Шерлок. Мы не одни здесь, это точно.
Упс. Тоже сбил, тоже не убил. Я люблю вот эту снайперку. В смысле, не эту снайперку, а снайперскую прокачку, позволяющую мне делать эти вещи. Так, где кто? Еще жив? Есть кто? Радиация у меня проходит. Но проблема. Вот, кстати, сейчас узнаем, как относится Валентайн к взлому. Никак, да? Никак, ровным счетом. Ну, лучше никак, чем этот стромб. Мне пришлось просто отказаться от взлома сейфов. Извините. Так, что тут? О, сундучок. Такое. Ух ты. 9 радиации тут. Ничего себе. Yes. А, чего за бикон? Это ему нравится. Ага. Он любит компьютерный взлом. Ну и то хлеб. Так, надо внизу осмотреть. Ту-ту-ту-ту. Бинго. 5% меньше это дэмидж от инсектов, насекомых. Хорошо. Так, что тут у нас еще? Тут сплошная радиация. Бочки, корабли затонувшие. Радиация уже прошла. Что это такое? Люди застряли в перевернутой лодке.
Ну-ка. Интересно. Ничего себе. Ну-ка, поплыли. Опять там какие-нибудь гулы, которые застряли там 200 лет назад, да? Они же все, как это, мальчик в холодильнике там. Дяденька, откройте дверь. Вот откроешь там, ёпэр, ага. А, они ж под водой. Ну и чё, это... Ну и что? Так, чего я сюда... Это самое, это ради чего? Ради чего я здесь? Что здесь? Что это плывет-то вообще? Или это я плыву? Течение меня уносит. Ну, двигается же, да? Или это я двигаюсь? Что это такое вообще? Ребята, вы что? Труба какая-то. А, сюда нельзя. Интересно. Ну, и чё? Выполнено? А что выполнено-то? Что я сделал, что... Еще раз. Что я сделал, чтобы задание было выполнено? Оно выполнено и исчезло. Вот это номер. Так, ну это я все обыскал, да? Ну, не знаю, что это было, если честно. Какое-то странное задание. А это что? Да это шмелрук. Ядришки-шишки. Да не один. Да просто дофига мелруков. Anything useful? Ну как? Мясо оно полезное, как, не знаю, мелурков. Не особо. Ух ты, каракатица какая. Мелурук Хантер. И пролетел сквозь текстуры спокойно, абсолютно. Ну и в самом деле, ну как может дверь и стена помешать, да? Куда-то лететь? Конечно, нет.
Ну-ка, а так я могу ножом, например. Вообще легко. Так, где и что я там вижу впереди? А, это я Far Harbor, я что могу? Это же не объект Far Harbor, это же вообще другая локация. А, это где мне эту ребу дал этот, да, это вообще неожиданно вышел сюда. Что, конечно, не мешает почему-то. Опять у нее эти турели не работают, я так понимаю. Они работают. Зуб, во всяком случае. Ну, плевать, на самом деле. Так, где мы? Так, сейчас еще чуть вдоль берега пройдусь. Он еще мил рук. Да что ты такой крепкий? Крепкий и до сих пор живой. Этот сразу отвалился. Так, где я? Ага, это вот этот Данвич Борс. Рядом. Пойти их, чтобы перестрелять для смеха еще разок. Конечно, никакого это не имеет отношения к квестам каким-то. Все падают, смешно так. Опять упал. Все, убил. Черт, я его не вижу оттуда. Хорошо иметь все-таки такое приличное оружие, да? Вместе с броней, конечно. Они же в меня тоже стреляют. Вот он, например, сидит. Да ты смотри какой здоровый. Так можно же еще сбить, и он улетит куда-нибудь там.
вниз и сам разобьется, даже без моей помощи, собственно. Че я еле иду-то? Я что, ранен там или что? Набрал это самое. Да нет, а что такое? В чем дело? Ну, хорошее место просто набрать поинтов, и тут столько этих рейдеров. Да и они довольно безопасные, местами миловидные, ужасные внутри. Но... Так, почему я медленно двигаюсь-то? Никак не пойму. Что случилось-то? Ну я же не перегружен, нет? Нет. А в чем дело тогда? Сейчас пойду обыщу какой-нибудь головаря, может там оружие есть какое-нибудь хорошее, там новое выпало, кто его знает. Оба, еще один. Где ты? Да где ты, елки? О, господи, вот он. Пим-п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 им. И еще твари. Да, Ник. Ты был очень важен в этой перестрелке. Ну возьму. А возьму-ка я все, да я отнесу сейчас все на базу, да скину. Что? Кто сказал? Мяу. Отнесу-ка я все. В общем, закончу на этом мой прогулочный эпизод. Соберу сейчас все у ребят, отнесу на базу. Одно задание... Пора бутылку было выполнено все-таки. Маяк очищен. Эти братья... Какие братья-то? Дети... Дети атома были перебиты, можно сказать, в двух местах. Вот это черт, тебя стрелять не стал. Да, на этом все.